Для того, чтобы воспользоваться быстрым добавлением товара в корзину, находим соответствующую строку ввода. Вводим нужный нам артикул и нажимаем кнопку Enter. Мы видим, что блок с количеством товара выделен. На клавиатуре нажимаем цифру того количества товара, которое мы хотим добавить, и нажимаем в корзину. Мы видим, что нужный нам товар добавлен в корзину. Существует второй способ быстрого добавления. Для этого после ввода артикула мышкой регулируем количество товара и также нажимаем кнопку в корзину. Мы видим, что нужный нам товар уже у нас.